Сегодня в Ноябрьске временно запретили проводить массовые мероприятия. В администрации города сообщили, что это ограничение было решено ввести в связи с ростом числа заболевших простудой и гриппом. Кроме того, руководителям аптечной сети города рекомендовано до 18 февраля обеспечить своевременное пополнение запасов противовирусных препаратов и масок. Ноябрьское ЦГБ тем временем готовится к наплыву больных. Как уверяют специалисты, лекарственных препаратов здесь хватит на всех обратившихся. Я напоминаю, что грипп у нас – это воздушно-капельная инфекция, и достаточно находиться от человека больного этим гриппом в 10 метрах, чтобы иметь контакт и быть возможности развития заболевания. Поэтому я прошу всех жителей города применять меры предосторожности, не стесняться применять маски и стараться избегать места массового скопления.